«Да будет свет», — сказал монтёр и установил в лечебном переулке сразу несколько столбов уличного освещения. Для жителей трех домов 30-х годов постройки это настоящее событие. Говорят, теперь в жаркие сочинские вечера на детской площадке можно и задержаться. К слову, за качелями-каруселями здесь регулярно следят, по необходимости благоустраивают. Небезучастные сами люди, к примеру, субботники, здесь обычное дело. Люди выходят, помогают, все. Ну, на позитиве. Такие оптимисты мы. Сами жилые дома не в лучшем виде. Года, что неудивительно, оставили свой отпечаток на фасаде. Но совсем скоро этот старый фонд преобразится. Дома вошли в программу капремонта 2018 года. Эта новость сподвигла жителей уже сейчас сделать косметический ремонт в подъездах. Домком с гордостью демонстрирует преобразование как в доме, так и во дворе. Кстати, дорогу здесь тоже обновят. Администрация Хостинского района запланировала на данном участке ямочный ремонт. Сейчас у нас изменения идут к лучшему, прямо заметно. Да. С мусором решилась контейнерная площадка, мы перенесли. Их много лет не трогал никто, сколько там было, ну, всего нехорошего. Благодаря Анатолию Николаевичу Пахомову, так как я подошла к нему, он меня выслушал и не отказал. Он позвал главу администрации Хостинского района и дал указание, чтобы навести порядок. Работы организовали, общими усилиями навели у нас порядок. И сейчас радуемся и дальше будем продолжать. Глядя на то, что как старается наш глава Анатолий Николаевич, и нам хочется быть впереди, идти за ним, чтобы навести чистоту, красоту. В планах администрации и расчистка ручья до Симона, который протекает здесь же, по соседству с переулком Лечебные. Позже здесь поселится и золотая рыбка Сочи, гамбузия. В целом же малые дела решаются во всем микрорайоне с 8-тысячным населением. Вот недавно на Мацесте отремонтировали все автобусные остановки. Есть сдвиги малых дел, конечно, в микрорайоне. Поменяли нам почти 800 метров линии. Это по здесь на старой Мацесте. Люди сидели без воды, они ищут технику, раскапывают, все это ремонтируют и делают очень оперативно. Нам пообещали, что на этой неделе ямочный ремонт улицы Мацестинской будет завершен. Ждем. От малых дел и зависит комфортное проживание, подчеркивает руководство курорта. Поэтому исполнение наказов горожан под личным контролем главы города Сочи. Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.